первого дня участвовать в распределении мирового оборота компании. Такого, наверное, вы не найдете абсолютно нигде. Это единственная компания, которая с первого дня каждому партнеру предоставляет эту возможность. И дополнительно вы сможете также стать акционерами этой компании. То есть вы можете стать совладельцами и иметь часть собственности в этой компании. Я могу сказать, что Access Marketing – это активные деньги сегодня, это остаточный доход всегда, и это наследство нашим детям. Вот именно поэтому я и работаю с этой компанией. Именно поэтому я верна этой компании. Потому что я знаю, что если у меня сейчас уже есть остаточный пассивный доход, и поработав еще пару лет в этой компании, я увеличу свой остаточный пассивный доход, так, чтобы его хватало не только мне, но и моим родным и близким. И я думаю, каждый из вас имеет такую же цель, иначе бы он не находился сейчас в этой бизнес-презентации онлайн-комнате. Итак, почему я так уверена в этом? Ну, во-первых, мне позволяет об этом судить мой собственный опыт. 4 года работы в этой компании – это много. Во-вторых, наша компания имеет собственную поисковую систему. И наша собственная поисковая система, которая была введена в 2011 году, в сентябре месяце, она очень просто и доступно позволяет многим пользователям интернета, которые уже знают нашу поисковую систему, продвигать свою рекламу в интернете, и при этом они платят только за то, чем пользуются. Больше с них компания не берет. Хотя я хочу сказать, что компания вообще не берет деньги за продвижение рекламы. Так как компания не продвигает рекламу пользователям интернета сама, она предоставляет эту возможность своим партнерам, таким как я и многие другие, которые находятся в этой комнате, те, кто уже являются партнерами компании. Потому что именно мы принимаем заказы других пользователей интернета, которым нужно продвижение рекламы. Мы при этом зарабатываем деньги, берем деньги с этих клиентов и продвигаем через ресурсы компании эту рекламу одновременно во всех поисковых системах. Можно сказать, что эта поисковая система, она позволяет нашим партнерам зарабатывать ежедневно. И, естественно, зарабатывают здесь только те партнеры за счет продвижения рекламы, когда вы выставляете рекламу на ресурсах поисковой системы Access и берете деньги с клиентов, тот, кто занимается этим. Это дополнительная возможность. Но независимо от того, занимаетесь ли вы раскруткой рекламы или нет, каждый из партнеров все равно имеет заработок от поисковой системы. И каждый из партнеров ежедневно участвует в распределении долевого оборота компании мирового масштаба. И каждый получает свою собственную долю. И вот именно об этом я сегодня вам и хочу рассказать, показать. Поэтому будьте очень внимательны, и вы узнаете для себя очень много интересного и откроете для себя перспективу. Итак, цель нашей компании, сейчас я сразу отключу, хорошо. Цель нашей компании – стать провайдером номер один для интернет-рекламы, интернет-услуг и мобильных услуг для лиц малого и среднего бизнеса по всему миру. Это как раз те предприниматели, которые или нуждаются в рекламе, или не могут себе позволить рекламу, потому что они зарабатывают не так много денег, а реклама дорогая, тем более для предпринимателей, у которых средний бизнес. Поэтому эти предприниматели могут становиться партнерами компании Access Marketing и иметь очень большое количество рекламы для своего бизнеса и дополнительно еще зарабатывать в компании Access Marketing. Ну а сама эта большая цель, она подразделяется на 3 маленьких цели, которая заключается в том, что наша компания хочет войти в 10 самых лучших интернет-компаний, достичь 1 миллиарда ежегодного дохода от рекламы еще в этом 2014 году и достичь 1 миллиона активных участников также в этом 2014 году.
И если вы спросите, а возможно ли это, то ответ очень прост. Так как наша компания уже сама по себе работает в триллионно-долларовой индустрии, это интернет-индустрия рекламная, и те цифры, которые говорят о развитии нашей компании, они подтверждают эту возможность. И наша компания в 2012 году имела оборот 98 миллионов долларов. В 2013 году этот доход уже составил 350 миллионов долларов. Как видите, разница очень большая, и рост компании налицо. Поэтому в этом году то, что компания поставила своей целью достичь 1 миллиарда оборота, эти цели выполнимы. И корпорация Access, она создает огромные возможности для развития бизнеса как для самой себя, так и для каждого партнера, который приходит к ней в компанию, становится партнером, то есть работает по партнерской программе и развивает свой собственный бизнес. К тому же наша компания, она очень прибыльная и не имеет никаких задолженностей. При помощи чего компания собирается все сделать это? Да при помощи своей поисковой системы, на которой она имеет специальную рекламную платформу. Эта платформа называется Access Ads. И это та самая платформа, которая предоставляет одновременно все виды рекламы, которые можно только делать в интернете. То есть мы при помощи этой платформы можем выставлять рекламные ресурсы в интернет и продвигать их там в поисковых системах. И на сегодняшний день вы можете на платформе Access Ads выставить веб-сайты, текстовую рекламу, баннерную рекламу, и все это будет продвигаться. Дополнительно недавно были введены геотаргетинг, то есть вы можете выбирать конкретно, где вы хотите делать эту рекламу, даже по городам и, если крупные города, то по районам города. Также, кроме этого, вы можете выставлять мобильную рекламу, так как наша компания имеет свою мобильную платформу. И вы можете не только создавать мобильные сайты, у вас будет бесплатный хостинг для построения мобильных сайтов, у вас будет в распоряжении бесплатный конструктор для построения мобильных сайтов, и вы можете делать мобильный поиск в интернете, мобильную рекламу, использовать бизнес-каталоги мобильные. Кстати, 19 января наша компания обновила свой ротатор, мировой вращатель, на котором происходит продвижение рекламы, в связи с тем, что увеличилось количество пользователей мобильных устройств, и что в основном все переходят на мобильные устройства. И для облегчения работы на мобильных устройствах была создана новая версия, которая и была запущена в работу 19 февраля этого года. Дополнительно каждый из партнеров может иметь бесплатный хостинг, и этот хостинг неограниченного размера. Вы всегда можете в любое время его увеличить, если вы использовали его возможности. Вы можете регистрировать себе бесплатное доменное имя, бесплатные субдомены. Вы можете, если хотите, заниматься продажами хостингов и доменных имен. И вы можете использовать программное обеспечение, которое предоставляет cPanel и Fantastica Deluxe. Это WordPress программа. Скоро у нас появятся новые продукты, эти продукты уже разработаны, и они тестируются и должны войти сейчас также на продажу. Эти новые продукты, они дадут новые возможности не только для самой компании, но также для партнеров. Во-первых, партнеры могут использовать эти продукты бесплатно, это 100% цифровой продукт, и могут этот продукт продавать. Значит, будет увеличиться рост продаж, увеличатся обороты компании, а в нашей компании, согласно маркетинг-плану, определяется все следующим образом. Чем выше оборот компании, тем выше доходы наших партнеров, потому что мы все участвуем в распределении от оборота компании ежедневно и по итогам года. Какие же продукты скоро появятся? Это видеочат, в котором мы сможем общаться друг с другом, текстовые переписка и видеосообщения, игровой портал, конференц-комнаты, это вот эта конференц-комната, но она пока доступна только для партнеров для проведения презентации, потому что программисты ее подрабатывают, и скоро она запустится в продажу. Эти комнаты позволяют
вмещать очень большое количество людей, до несколько тысяч. Также в разработке сейчас, в окончательной, то есть последняя стадия разработки, это даже не разработки, а опробование, как этот продукт действует, это Access Classified и Access Listing. Это объявления интернет, объявления, каталоги, различные купоны для продажи по скидкам и локальная реклама. Локальная реклама ожидается многими партнерами, так как она будет пользоваться очень большим спросом. В Америке эти программы уже сейчас работают, но в остальных странах мира нужно еще немножко подождать. Я просто хочу сказать, когда эти программы работали раньше, старые программы, то в Америке эти программы позволили большому количеству людей стать очень богатыми и в том числе миллионерами. Так как действительно локальная реклама, которая предоставляла и предоставит вновь наша компания, она будет намного отличаться от той локальной рекламы, которая есть сегодня, и будет пользоваться рядом преимуществ. Конечно же, вам хотелось бы немного узнать историю компании. Вот я так много говорю о компании и говорю очень много хорошего. А действительно ли, что наша компания зарекомендовала себя так? Давайте посмотрим немножко вглубь. Наша компания существует уже более 12 лет на рынке, так как она начала свою работу в 2006 году с маленькой такой локальной компанией, которую начала продавать рекламу в интернете. Затем постепенно эта компания разрослась, стала крупной и, естественно, увеличились продажи. И в 2008 году Access Marketing, в то время она называлась INET Global, отделила часть своего предприятия и стала развивать его в интернете по принципу построения команды. В это же время открылись услуги по VWebs и создание системы AdView. То есть в 2008 году, когда абсолютно никто еще не знал и не понимал и не думал, что можно своим пользователям, своим партнерам, которые придут работать по партнерской программе, возвращать все деньги, которые они затрачивают на рекламу, такого не было. Это впервые еще тогда, в 2008 году, создал по маркетинг-плану ее основатель Стив Реннер. То есть если сейчас можно встретить много таких компаний, которые как бы частично возмещают деньги, затраченные на рекламу, или же еще что-то дает, предоставляет, то это было предложение от компании Access Marketing. В 2011 году, как я уже говорила, запустилась поисковая система. В 2012 году наша компания переименовала себя, потому что стала называться по поисковой системе, так как поисковая система стала приносить уже прибыль. И в 2013 году запустились мобильные услуги и услуги для бизнеса, и в этом году ожидается запуск ряда продуктов. Но самое основное, о чем я хотела сказать, что наша компания не только долгое время находится в интернете, не только долгое время работает вообще на маркете, но наша компания прошла специальную проверку федеральными органами Соединенных Штатов Америки. Так как наша компания официально зарегистрирована в Америке, ее центральный управленческий офис находится в штате Миннесота, и сейчас только недавно, в этом году, в январе, компания переехала в новый офис. Так вот, эта проверка, которая началась в феврале 2010 года, длилась 5 месяцев. И после этого наша компания, одна из трех компаний, которые прошли такую глобальную проверку, вышла снова на рынок. Немножко, конечно, была остановка в развитии, так как деньги, которые были взяты при закрытии компании, вернулись не через 6 месяцев, а гораздо позже, через полтора года. Это вызвало небольшую задержку. Но, тем не менее, наша компания снова встала на ноги, и вы это видели по цифрам, которые я вам приводила, по ее оборотам и по тем замыслам, которые имеются у компании на сегодняшний день. Я познакомлю вас коротко с профессиональной командой менеджеров, которые возглавляют нашу компанию. Владелец Стив Реннер, владелец компании, он основал и INET Intermark Corporation в 2006 году, и в 2012 году он же основатель Access Corporation, он является маркетинговым директором. То есть все, что касается маркетинга, это разрабатывается именно основателем компании. Ну а кто же притворяет в жизнь идеи
самого владельца. Им является Пупкин Села, который с 2010 года занимает пост президента. Он же является председателем совета директоров, и, естественно, именно через него проходят все актуальные решения, которые принимаются советом директоров. И можно сказать несколько, и нужно сказать несколько слов о финансовом директоре, который также работает в нашей компании с 2009 года, это Эми Эйд. Эми Эйд ведет активный и положительный учет всех финансов, и мы видим, что действительно этот учет положительный, так как и работа положительная, так как наша компания не имеет долгов и всегда выплачивает своим партнерам все деньги вовремя, ежедневно, как это и указано в маркетинг-плане. Но Эми Эйд ведет большую программу по выходу нашей компании на рынок акционеров. И она имеет в этой области очень большой опыт работы. И хотелось бы также отметить Джеймс Вонга, это технический директор нашего программного технологического офиса, который находится у нас в Силиконовой долине и был открыт в марте 2013 года. Джеймс Вонг возглавляет эту команду и имеет более 15 лет работы в этой области. Вы видите, что наш офис располагается в центре самых крупных предприятий, компаний, которые занимаются компьютерными разработками, и это уже говорит о очень многом. Каждый из партнеров, который приходит в нашу компанию, он становится интернет-маркетинг-консультантом. Так мы называемся. Это наше название, наш статус. И у каждого из нас имеются неограниченные возможности. Каждый может создать свой малый домашний бизнес и зарабатывать деньги. Какие деньги, спросите вы? А это зависит от того, сколько вы работаете, как вы работаете, какие ваши цели, с чем вы пришли в эту компанию. Ведь мы приходим в компанию, иногда очень благосостоятельную, благополучную, у которой очень много возможностей, а сами ничего не делаем. Естественно, если у нас нет цели, и мы не движемся к своим целям, то и результаты у нас будут определенные. Но когда у нас есть определенная цель, и мы конкретно знаем, для чего мы пришли в эту компанию, чего мы хотим добиться в этой компании, то я вам скажу, это все возможно. И действительно, у нас неограниченные возможности. И партнеры зарабатывают и $50 в день, кто-то зарабатывает $100 в день, кто-то зарабатывает $500 в день, кто-то зарабатывает $1000 в день. Есть у нас партнеры, которые зарабатывают и $10000 в день, и $20000 в день, и $30000 в день, и больше. Все это возможно. Но, как я уже сказала, ставьте правильные цели и распределяйте правильно приоритеты, что вы делаете в первую очередь и на что вы концентрируете все свое внимание, основное внимание. Для того, чтобы начать бизнес нашей компании, нужно приобрести стартовый бизнес-пакет. У нас имеется 5 различных стартовых бизнес-пакетов. От суммы $500, $1000, $2000, $5000 и $10000. Каждый пакет определяет, что вы покупаете. Вы покупаете рекламу, рекламу в интернете. Но так как реклама – дигитальный продукт, цифровой, то вы увидите у себя в аккаунте, что вам будут начислены специальные пункты, которые называются рекламные кредиты, и эти рекламные кредиты для вас будут являться внутренней валютой. Вы будете продвигать рекламу свою или чужую, а с компанией вы будете рассчитываться этой внутренней валютой рекламными кредитами. И каждый пакет, как вы видите, имеет свое определенное количество рекламных кредитов. Чем вы покупаете более высокой стоимости пакет, тем больше рекламных кредитов он содержит. Кроме того, вы видите, что вы можете купить статус. В нашей компании вы можете сразу купить статус. И если вы заходите на $500 пакет, вы консультант. Если вы купили за 2000, вы голд. За 5000 вы платина. За 10000 вы диамант. То есть это тоже не в каждой компании возможно сразу купить какой-то карьерный статус. А мы знаем, что все карьерные статусы подразумевают большее получение дохода. Обращаю также ваше внимание, что вы видите, что каждый из пакетов содержит еще вторую единицу. Она называется iPoints. Неважно, как она называется, важно, что это пункты,
которые будут определять ваше долевое участие от мирового оборота компании с самого первого дня. Поэтому вам легко определить, что чем опять вы покупаете больше стоимости пакет, у вас не только больше внутренней валюты рекламных кредитов, но и ваше участие от долевого оборота компании, начиная с первого дня, также выше. Какой пакет вы будете покупать, на что у вас есть финансовые возможности, вы должны определить лично сами и помочь вам в этом разобраться тех людей, которые вас пригласили, чтобы вы не совершили ошибку. Но самый лучший пакет, я вам скажу, это начиная с 2000 пакета, потому что этот пакет дает статус Gold, это уже директорский статус. И здесь вы получаете уже намного процентов выше, в два раза больше, чем консультант, которые зашли на пакет 500 или 1000 долларов. И здесь вы уже можете квалифицироваться в клуб учредителей по итогам года, чтобы получать прибыль и стать акционерами компании. Но на этом еще немножко остановимся чуть позже. После того, как вы приобрели пакет, вы становитесь активным участником нашей компании, ее партнером. И вы начинаете участвовать в распределении всех доходов компании. А компания ежедневно выплачивает в сеть 70% от своего дневного оборота. И эти 70% делятся пополам. Из них 35% вы получаете как комиссия от вашей команды, которую вы построите или которую вы уже имеете. И вторые 35% – это ваше долевое участие от оборота компании. И комиссия от вашей команды, и долевое участие от оборота компании каждый партнер получает ежедневно. Компания Access Marketing имеет три различных вида маркетинг-плана, и каждый из партнеров может в нем участвовать. Первое – это мы участвуем в разделении ежедневной прибыли компании через план просмотра рекламы. Эта программа называется AdView. Второе, мы можем получать комиссионные от продаж команды через план сетевого маркетинга. И третье, мы можем получать комиссии от личных продаж через план розничных продаж, а также от продаж нашей первой линии. Дополнительно к этому мы можем участвовать по итогам года в распределении годового капитала нашей компании, если вы квалифицируетесь в клуб учредителей. Давайте рассмотрим три этих маркетинг-плана в отдельности каждый. Первый мы рассмотрим план просмотра рекламы AdView. Этот план позволяет вам, как я уже сказала, принять участие в распределении мирового оборота компании ежедневно. И вы будете участвовать в нем согласно вашего долевого участия. А ваша доля определится теми пунктами, айпоинтами, которые будут первоначально куплены вами в стартовом пакете. И если вы просмотрите минимум 24 рекламных сайта ежедневно, то вы уже выполнили условия для этого участия и можете участвовать в этой программе. На самом деле вы можете просмотреть до 100 сайтов ежедневно, и при этом вы можете дополнительно заработать еще рекламные кредиты и пополнить свой внутренний баланс кредитов, внутренней валюты, уже бесплатно не покупая, и получить дополнительные пункты реварды, которые вы впоследствии можете обменять просто на деньги или заказать себе товар на сайте amazon.com. Но самое главное – это участие в долевом распределении оборота компании. Как же это происходит? Это происходит следующим образом. Вот представьте себе, за сегодняшний день у компании есть партнеры во всем мире, во многих странах. И вот и эти партнеры сделали какой-то оборот, и поисковая система Access выполнила какой-то оборот. Все это складывается вместе. И вот это вот справа вы видите, эти все партнеры в кругу, деньги в серединке. И 70%, как вы помните, компания дает в сеть. И вот 35% из них идет каждому из нас согласно той доле, которая у нас есть. И мы видим, что каждый из партнеров имеет свою долю. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то зашел на пакет 500 долларов, у него одно долевое участие. А кто-то зашел на пакет 2000, кто-то зашел на пакет 10 тысяч. И у него сразу во много раз больше его долевое участие. То есть вы купили как бы рекламную площадь, и прибыль, которая приходит на эту площадь, на этот объем площади, вы получаете ежедневно.
Как вы можете увеличить ваш iPoints баланс, ваше долевое участие? Все очень просто. Я объясню вам, у нас есть два способа. Но вот сейчас на этой картинке, на этом слайде вы видите, что каждый день в своем аккаунте в бэк-офисе, в разделе «Статистика», нижняя строчка красным обведена, вы можете видеть свое долевое участие, которое выражается в какой-то денежной сумме. И ваше долевое участие каждый день будет увеличиваться понемножку. Почему? Я объясню почему. Потому что в нашей системе заложена такая возможность, как репокупка. И наша система выполняет эту опцию на автоматике. То есть, что значит репокупка? Каждый день из ваших заработанных денег система делает вам покупку новой партии рекламы. Вот этих рекламных кредитов, которые для вас являются внутренней валютой. И она делает в автоматическом режиме 50% на 50. То есть, если вы заработали сегодня 100 долларов, то 50 долларов вам будет поставлено на вывод, возможность на вывод, а 50 долларов на них будет куплена реклама. Но как вы знаете, когда мы покупаем рекламу, то на каждый пункт купленной рекламы мы получаем такое же количество iPoints, тех самых пунктов, которые увеличивают наше долевое участие в обороте компании. Поэтому каждая ваша репокупка ежедневно будет увеличивать не только баланс рекламных кредитов, но и баланс вашего долевого участия. Поэтому вы и будете видеть в своей статистике, что каждый день у вас долевое участие будет увеличиваться. Каждый из вас может присоединиться, стать партнером компании, купить бизнес-пакет и начать получать свою долю прибыли от мирового оборота компании. Но это еще не все. Вы также можете увеличить ваш iPoints баланс каждый раз, как вы получите 1500 долларов от долевого участия. Каждый раз после получения очередных 1500 долларов по долевому участию от оборота компании, компания будет вам начислять так называемый бонус верности. Он называется loyalty бонус и составляет 1000 iPoints, что означает в денежном эквиваленте 1000 долларов. И та 1000 iPoints, которая прибавится к вашему iPoints балансу, она во времени отдаст вам 1000 долларов. Вот такие два вида, два способа пополнения вашего iPoints баланса. И, конечно же, у нас нет никаких временных ограничений на покупку рекламных пакетов. Вы можете в любое время докупать пакеты любой суммы, которая предоставлена в наших аккаунтах, и также повышать этим самым ваш iPoints баланс. Мы с вами рассмотрели первый вид заработка. Теперь я хочу перейти сразу к третьему виду заработка, пропуская второй вид заработка, розничные продажи. На них я остановлюсь немножко позже. Почему я хочу рассмотреть план сетевого маркетинга? Потому что он очень близко и крепко связан с репокупкой, которую производит каждый партнер нашей системы. Что такое план сетевого маркетинга? То есть у нас компания не сетевая, но работа команды есть, и вознаграждение за работу с командой тоже есть. Это элемент сетевого маркетинга. И мы знаем, что в любом бизнесе, будь это сетевой маркетинг или не сетевой маркетинг, вся прибыль, весь доход идет только от продаж, независимо, что продается. Может продаваться продукты, могут продаваться услуги и так далее. Но всегда мы получим доход после того, как или мы сами что-то продали, или те люди, которые работают у нас, продали какой-то товар. Так вот, я вам хочу сказать, вы только что видели и слышали, что в нашей системе заложена репокупка, и что каждому партнеру система на автоматике ежедневно делает покупку товара. Что это значит? Это значит, что в нашей системе каждый день проходит мощный ежедневный товарооборот. Это значит, что вы каждый день будете с этого товарооборота получать ежедневные комиссии с каждого партнера вашей команды, которую построили вы и ваши люди, вашей команды. А квалификации для получения 8 видов доходов различными способами от команды является репокупка. То есть, собственно говоря, вам эту квалификацию выполнять не надо, потому что она у нас у всех стоит на автоматике.
Как только вы зарегистрировались, купили бизнес-пакет, эта репокупка выставлена автоматически на 50%. Конечно, вы можете увеличить репокупку на более высокий процент, до 100%. Этим самым вам позволит увеличить ваш iPoints баланс, то есть долевое участие, намного быстрее. Но это выбор каждого человека в отдельности. А мы сейчас с вами рассматриваем конкретно то, что мы можем получать от нашей команды. Итак, вы построили команду. Есть очень много различных способов, и первый способ, вид дохода – это базовые бонусы. И если вы вошли на пакет 500 или 1000 долларов, то вы являетесь консультантом и можете получать только 5% первая графа «консультант» с первого уровня и по 2% до четвертого уровня. Если вы голд, почему я говорила, что нужно начинать с голда, с 2000 пакета, вы видите, то вы сразу с первого уровня получаете 10% в два раза больше, по 3% до четвертого уровня и дополнительно по 2% до шестого уровня. Если вы поднялись на статус платина, а для того, чтобы подняться на статус платина, вы могли купить статус платина сразу за 5000, но вы можете и подняться. Если у вас будет 3 активных партнера, 2 голда и 1 консультант, вы станете платиной и посмотрите, ваши доходы уже в процентном эквиваленте увеличиваются. Для того, чтобы стать диамантом, также нужно 3 активных партнера, 2 платины и 1 гольд в первом уровне. Вы становитесь диамантом и уже получаете 10% с первого уровня и по 3% до шестого уровня включительно. Следующий статус – голубой диамант. И я хочу сказать, именно до этого статуса вы должны дойти как можно быстрее, потому что с этого статуса начинаются самые основные деньги, самые большие деньги. Давайте посмотрим, что может зарабатывать в нашей системе голубой диамант. Во-первых, он также зарабатывает 10% с первого уровня и по 3% – до шестого уровня. Дополнительно к этим 3% он может зарабатывать президентский бонус с первого по шестой уровень в виде 1%. Этот 1% на самом деле значит много и составляет еще дополнительно третью часть заработка, которую вы имеете, как плюс. Ну и существует у нас лидерский бонус. Но лидерские бонусы мы можем начать получать только когда у нас есть статус платина. И тогда мы дополнительно получаем 1% седьмого уровня. Как диамант мы получаем по 1% до восьмого уровня. Как голубой диамант мы получаем по 1% лидерского бонуса до 10 уровня. Теперь, начиная с седьмого уровня, у нас подключается еще 1% бонуса, который называется бонус бесконечности или Infinity бонус. И этот бонус выплачивается на 6 генераций голубых диамантов вниз. То есть, как вы видите, голубой диамант может получать дополнительно от 2 до 3 раз по 1%. Дополнительно к тому, что он зарабатывает как основные бонусы, еще дополнительные бонусы. Самый высокий статус, который мы можем достичь, это статус черного диаманта. И черный диамант будет зарабатывать все то, что зарабатывает голубой диамант. Дополнительно к этому он будет получать 1% от каждого партнера его команды. То есть 1% от оборота всей вашей командой каждый день вы будете получать дополнительно. Не забывайте, что в нашей компании начисляются вознаграждения ежедневно. Если у вас появится один черный диамант, вы станете черным диамантом степень 1. Если появится 2 диаманта, вы станете черным диамантом степени 2. Если появится 3 черных диаманта, вы станете диамантом степень 3, черным диамантом. При этом вы сможете получать дополнительно к 1% от всей вашей структуры по 1% от структур и оборота этих черных диамантов, которые у вас появились. Вот такие структурные возможности структурного элемента, элемента зарабатывания от команды имеются в нашей системе. Но это тоже еще не все. Сюда же мы должны отнести бонус быстрого старта, который компания выплачивает каждому партнеру, если он делает приглашение. И за приглашение каждого нового партнера ему выплачивается бонус за рекомендацию до 10 уровня, хотя он сам пригласил только в первый уровень. 9 уровней, которые он не приглашал,
все равно компания его вознаграждает. И если вы являетесь консультантом, вы будете иметь 10% этого вознаграждения. Если вы зашли на пакет Gold 3000 или выше, вы будете иметь 15% у этого вознаграждения. И вот вам картинка, вы можете посмотреть и сравнить, что действительно лучше заходить сразу на пакет 2000, потому что и бонус быстрого старта тоже намного больше. Или же вы пригласили на 2000 пакет как консультант и получили $200 бонус за рекомендацию, или как Gold, или другой высший статус, получили $300 за эту же самую работу. То есть я показываю вам преимущество того или иного пакета, преимущество того или иного старта. А вы сами определяетесь, что и как вы будете делать. И получаете бонус за рекомендацию до 10 уровня. Вот я хочу сказать, если, например, вы приглашаете только 3 активных партнеров для того, чтобы вы могли подниматься по статусам, и вы поможете своим партнерам также пригласить по 3 человека, и вы строите такую структуру, например, до 10 уровня. Я не беру дальше уровни, хотя мы получаем и ниже по уровням, я беру только 10 уровней, потому что на 10 уровней выплачивается бонус за рекомендации. Так вот, по этому виду дохода бонус за рекомендацию, если вы построите таким образом структуру, вы заработаете более $2 миллионов только на бонусе быстрого старта. При этом вы пригласили все только по 3 партнера и помогли это сделать вашим партнерам в вашей структуре. Хорошие деньги, как вы думаете? Я думаю, что очень хорошие. Давайте пойдем немножко дальше. Повторим все то, что мы можем зарабатывать от нашей команды. Во-первых, комиссионные с продаж, когда наша структура продает наши партнеры, уровневые бонусы до 6 уровня, лидерские бонусы, начиная с 6 уровня по 10 уровень по 1%, президентский бонус – это получает голубой диамант со 2 уровня по 6 уровень, плюс 1% дополнительно к лидерским и уровням бонусам. Бонус бесконечности также получает голубой диамант и черный диамант. Дополнительно к президентскому бонусу, лидерскому бонусу и дополнительно к уровневым бонусам в виде 1% с 7 и на 6 генераций голубых диамантов вниз. Роялти бонус вы получаете, когда вы достигнете статуса черного диаманта и можете получать 1% каждый день с оборота вашей структуры, то есть каждого партнера. Если же у вас будут черные диаманты, то вы дополнительно с 3 диамантов можете получать еще дополнительно 1 бонус с их только команды. Бонус за рекомендацию, о которой я говорила, 10 или 15%, и бонус лояльности, верности, которую компания дает, когда мы получаем каждый раз 1500 от долевого оборота компании. Здесь же надо не забыть лэптоп-бонус, который каждый из нас может заработать на старте. Как только вы вошли в бизнес, то если в первые 60 дней, то есть 2 месяца, ровно 60 дней, вы вместе со своей первой линией создадите оборот в 10 тысяч, то компания вам начислит лэптоп-бонус в размере $400. И вы его увидите просто в своем аккаунте, можете вывести. Ну, мы разобрали с вами план розничных, извините, план вознаграждения по структуре, то есть по команде. И я хочу остановиться на втором плане, это план розничных продаж. У нас план розничных продаж с начала этого года изменен и должен сейчас войти в действие. Как только запустятся продукты новые, о которых я говорила, то запустится и план розничных продаж. Если сейчас мы еще получаем, так как мы получаем Fast Start бонус и с первой линии, да, у нас там 5% с первой линии или 10 линий, вот сейчас мы также и получаем 5 или 10%. Но как только запустятся новые продукты, то план розничных продаж будет изменен, и мы сможем зарабатывать сами от 5% до 20% комиссии лично. Это зависит от того, какой объем продаж мы уже сделали, и чем больше объем продаж мы совершаем, тем постепенно увеличивается этот процент личных комиссий. А также, когда продают наши партнеры, мы можем тоже получать до 5% с нашей команды. И вы помните, что дополнительно к 3 маркетинг-планам я говорила, что плюс разделение капитала по итогам года.
И я говорила, что в нем могут участвовать только те партнеры, которые квалифицировались в клуб учредителей. Для клуба учредителей есть свои требования, но квалифицироваться могут только те партнеры, которые имеют 2000-й пакет. Или они купили сразу 2000-й пакет, или они его накопили по частям, не имеет значения. Если у вас уже имеется 2000-й пакет, вы должны выполнить требования. Требования у меня есть записанная школа, вы можете посмотреть, потому что требования к различным партнерам, которые вошли в разное время, различные, и здесь мы их разбирать не будем. Вы можете посмотреть эти требования, занятия возникли у ваших спонсоров или на обучающем портале, я сегодня туда закачаю это видео, и можете посмотреть. При этом по итогам года компания выплачивает 15% от оборота за год. И вы будете видеть у вас в бэк-офисе вот такой трастовый счет, где будет указано, сколько основных пунктов вы заработали и какое количество, какая сумма денег на эти пункты вам была начислена. И эти деньги будут отправлены на трастовый аккаунт и будут сохраняться на этом трастовом аккаунте до тех пор, когда компания будет акционироваться. И когда компания акционируется, мы будем иметь возможность на эти деньги купить акции компании по очень низкой льготной цене. Мы можем купить на все деньги или на часть денег, а часть денег забрать. Это мы будем решать сами. Если же наша компания не акционируется до 2018 года, то тогда мы просто эти деньги получим на наш счет и выведем их на свой кошелек. То есть, как вы видите, я вам рассказала о нескольких видах заработка. Но вы, может, считаете, что это только активный заработок? Нет. Все виды заработка, которые предполагает наша компания, являются также и остаточным доходом, или же резидуальным доходом, или же пассивным доходом. Его называют по-разному. Давайте разберемся. Вот первый доход – долевое участие от оборота компании. Чем больше вы работаете, чем больше ваша команда, тем быстрее у вас увеличивается ваше долевое участие, потому что там айпоинтов будет больше, больше и больше. Это остаточный пассивный доход. И если вы построили команду, ваша команда все равно никуда уже никогда не уйдет. Она всегда будет просматривать 24 или 25 сайтов, или же 100 сайтов. Вы будете всегда получать доход от той репокупки, которую будет делать система всем вашим партнерам вашей команды. Это и есть остаточный пассивный доход. Если вы попали в клуб учредителей, и у вас есть трастовый фонд, накапливается, вы каждый год получаете 15% на свою долю долевого участия от общего оборота компании за год, это тоже остаточный пассивный доход. Если компания будет акционироваться, вы купите акции компании, которые будут стоить одну цену, через несколько лет принесут вам совсем другие деньги, это тоже остаточный пассивный доход. Что это значит? Это значит, что в компании Access Marketing вы можете иметь не только активные деньги, вы можете иметь будущее в виде резидуального дохода трех различных возможностей. Это ваша финансовая независимость, которую вы сегодня, с первого дня, начинаете создавать в нашей компании. Вы видите, в нашей компании можно зарабатывать различные деньги, но компания делает дискламацию дохода, что она никому ничего не гарантирует, никакой заработок. Все зависит только от вас самих. На какой пакет вы вошли, какую команду вы построили, как быстро вы построили эту команду, создали вы ли сеть розничных продаж и так далее. Участвуете ли вы по итогам года в разделении капитала, квалифицировались ли вы в клуб учредителей. Все зависит только лично от вас. И, конечно же, немаловажно, что мы можем выводить деньги также ежедневно, и что у нас отлаженная система вывода денег. У нас есть своя банковская система, через которую мы выводим деньги на международную платежную систему. С нее мы можем выводить деньги на предоплаченные платежные карточки, на кредитные карточки, на разные банковские расчетные счета, делать банковские переводы, выписывать чеки или же переводить на платежную систему Kiwi. Это все возможно. И это возможно на ваши счета, на ваши карточки, а также на сторонние счета или сторонние карточки. И не было еще ни одного случая, когда наша компания имела сбой в выводе денег. Если у вас есть $50, пожалуйста, выводите хоть каждый день.
Давайте подведем итоги. Почему же все-таки Access? Почему же здесь я призываю вас становиться партнерами, приглашать сюда людей и делать этот бизнес? Вы знаете, может быть, есть в интернете бизнесы на сегодняшний день, которые позволяют намного быстрее или чуть-чуть быстрее заработать деньги. Но я вам хочу сказать, вот надежнее компании, чем Access, я нахожусь в интернете с 2008 года, я еще не встречала. Нету. Эта компания работает и будет работать еще много лет. Она имеет идеальный бизнес в интернете, потому что у нее цифровой продукт стопроцентный. Нам не нужно никуда доставлять продукцию. Реклама постоянно нуждается в спросе, постоянно нужна. То есть ее легко продавать, ее легко использовать, и она постоянно расходуется. Значит, это очень уникальный продукт для продаж. И у компании очень востребованные продукты. То есть продвигать рекламу в интернете – это востребовано. Каждый бизнес нуждается в рекламе. У нас надежная легальная компания. Она 12 лет на рынке и 6 год в интернете. Ее уже проверила Федеральная служба Америки. На полностью, на все, что она не является финансовой пирамидой, что она не нарушает ни один закон, что она постоянно выплачивает деньги, на все вопросы, на которые можно было ее проверить. То есть здесь вы уже надежно вкладываете свои деньги, надежно вкладываете свое жизненное время, свое жизненное пространство, свой жизненный потенциал, свою энергию. Нашу компанию возглавляет команда профессионалов. Наша команда делится процентом от мировой прибыли ежедневно по итогам года. Здесь вы можете создать пассивный источник дохода, здесь вы можете стать акционером компании, здесь вы можете передать бизнес по наследству. И ваш вложенный труд будет вам всегда приносить деньги, вам и вашим детям. Многие спрашивают, а что же все-таки нужно делать? Вот вы прослушали презентацию. И если вы не поняли, что нужно делать, я скажу вам в трех словах. Вы должны зарегистрироваться, купить один из бизнес-пакетов, лучше всего начать с 2000-го, и вы уже понимаете, почему. Я объяснила преимущества. И вам каждый день нужно делать серфинг. Это нужно делать каждый день. Если вы не сделали серфинг, вы не участвуете в распределении доходов компании. Если вы не можете сделать серфинг, вы передаете ваши пароли другому человеку, родственникам, друзьям, или же спонсору, или партнерам вашим, они сделают за вас серфинг, и вы будете получать каждый день доход. Все. И вам нужно строить команду. Для того, чтобы строить команду, нужно делиться информацией. Все, больше ничего делать не надо. Купил бизнес-пакет, просматриваю рекламу, делюсь информацией. В этом заключается вся работа, весь успех, который приводит к большому количеству денег, как активных, так и пассивного дохода. Вот это то, чем я хотела с вами сегодня поделиться, на что я хотела обратить ваше внимание. Я вам всем желаю успехов, кто вошел в этот бизнес. Я желаю успеха всем, кто еще не вошел и войдет в этот бизнес. Я желаю, чтобы вы создали свой малый домашний бизнес в компании Access Corporation, и чтобы у вас были не только активные деньги, а был резидуальный доход. Это возможно здесь, в этой компании, и вы это можете сделать, если у вас будет такая цель. То есть определитесь, когда вы входите в компанию, какие ваши цели. Чтобы не получилось так, что вы затратили деньги, а цели не поставили. Нужно ставить цели. Если даже вы идете к целям медленно, вы все равно к ним идете. Я всегда говорю, что этот бизнес одни сделают за полгода, другие сделают за 2 года, кто-то сделает за 5 лет. Но каждый из вас, кто продолжит его делать, обязательно добьется успеха. Все. Всем до свидания и до следующих встреч. Благодарю вас за то, что вы были со мной. С вами была Ольга Кот.